15 тысяч голосов прослушали редакторы проекта и отобрали 124 детских голоса. Среди тех, кого допустили к слепым прослушиваниям, и 11-летняя Варвара Кистяева. Варя – обладатель гран-при Московского фестиваля пения на иностранных языках, лауреат первой степени фестивалей и конкурсов «Кинотаврик» и «Звездопад талантов» и многих других фестивалей всероссийского и международного уровня. Выступала в дуэте с Ольгой Кормухиной. С 5 лет Варя выступает вживую на байк-фестах. Соответственно, любимые жанры – рок, соул, джаз. Увидим ли мы нашу Варю в выпусках «Голоса»? Повернутся ли к Ивантеевской звездочке Билан, Пелагея или Фадеев? Пока эту информацию оглашать нельзя. Поэтому смотрим «Голос 10.2» и поддерживаем нашу Варю.